Приветствую, друзья! Снова с вами я, Саша Агисть, в нашем легендарном магазинчике на Таганской. И сегодня, собственно, мы поговорим о наболевшем. А наболевший — это у нас уже тем, про который мало кто хочет слушать. Санитайзеры. Почему мы о них поговорим? Потому что это у нас предмет два в одном. Это у нас беспроводная зарядка и одновременно устройство, которое делает полезную вещь, оно обрабатывает ваш телефон ультрафиолетовыми лучами, облучает. И тем самым убивает 99% всех существующих бактерий и вирусов, которые у нас, собственно, есть. А была такая у нас история. Клиент рассказывает: слушай, вот ты говоришь ковид, да? Я носил и маску, и перчатки, и жена моя носила, и все, и в магазины ходили, и вообще не гуляли, ничего, самоизоляцию соблюдали. Но вот почему-то я все равно заболел. Я говорю: так, давай разбираться. Ты носил перчатки, носил, да, и маску, и очки защитные, все носил. Но вот ты перчатками своими телефон в магазине брал? Ну, конечно, брал, мне там жена список присылала, я по этому списку и, собственно, это. Вот. А ты этот телефон чем-нибудь протирал? А зачем мне упрямишь телефон? Ну, как зачем? Ты телефон берешь и подносишь его к лицу все время. И дома, без маски, и без перчаток, и руки ты помыл. Ты берешь телефон, и в интернете сидишь. И даже сейчас вот вы смотрите ролик, а кто-то из вас еще параллельный ролик еще в телефоне играет, сидит. Вот, видите, он грязный, да, постоянно вот. Здесь есть следы моих отпечатков пальцев, следы всяких там жидкостей, выделений, которые выделяет мое тело. Все это вот как раз маленькая атомная бомба в вашем кармане замедленного действия. Вот вы, кто-то чихнул, или вы чихнули, или дали кому-то человеку поговорить по телефону. Вот все его бактерии, все микробы, все вирусы, которые выделяет его организм, все они остались на вашем телефоне. Вы взяли какую-нибудь грязную, с кем-то за руку поздоровались, и этой рукой начинаете трогать телефон. После чего кто-то вам позвонил, все вот эти вот микробы, бактерии, всю грязь, которую собрали по сторонам человека, поднесли к лицу. Все теперь осталось здесь, и вы теперь этим дышите. Кто-то говорил: ты теперь в аду, сынок. Вот, в принципе, то же самое с вашим телефоном. И для этого есть санитайзеры, придумали, чтобы люди, которые кладут телефон на зарядку, постоянно, как бы еще дополнительно к этому его и обезвреживали. Чтобы вот эту вот вещь не покупать, достаточно просто попшикать изопропиловым спиртом, но разбавленным, который не стопроцентный, а разбавленный. Если вы будете стопроцентным пшикать, у вас рано или поздно облезет олеофобное покрытие. Либо будет вот оно в каком-то месте облезет, а в каком-то нет, и будут такие вот разводы. Этого делать нельзя, надо всегда разбавленной вещью. Там 70% изопропилового спирта полностью убивает ковид. Есть такая транспортная компания, FedEx называется. Вот они поставили изопропиловый спирт разбавленный и заставили всех сотрудников промывать им, обрывать руки. И вот в течение года больничные отпуска у сотрудников сократились более чем на 45%. Это хороший показатель. Также и в вузах. Посещаемость вузов выросла после того, как люди начали обрабатывать, соблюдать гигиену, простые правила. Также с телефоном. Как только вы будете обрабатывать чем-то, мыть, вот я свой телефон мою, потому что он герметичный, он полностью защищен от воды и брызг. Я его просто промыл под краном, и, собственно, все. А те люди, которые, собственно, не могут это делать, ну, и не смогут его обработать, или просто про это забывают, вы часто ставите на зарядку телефон? Часто. Купить эту вещь, все вот эти... Это у нас супербыстрая зарядка 10 Вт. Energy у нас поддерживает 15 Вт, беспроводная зарядка. А это просто капсульная, она без беспроводной зарядки, она просто обеззараживает телефон, либо наушники. Вот, я рекомендую капсульную систему отложить в сторону, и просто взять или там кого-то подарить систему, которая одновременно будет заряжать и обеззараживать два в одном. Два в одном флаконе. Единственное, есть ограничение. Заряжается она на крышке, а обеззараживает внутри. Так что, как бы, ну, можете обеззаразить и просто потом на крышечку положить. Ну, кстати, вы все вот эти продукты очень сильно разбирали. И сейчас покупают хорошо. Но тот про них до сих пор не знает. Если надо просто подарить беспроводную зарядку, лучше это сделать. Вот и одновременный санитайзер. Просто я тебе хочу пожелать тебе здоровья. И еще вот успехов в личной жизни, потому что телефон будет заряжаться. Как бы два в одном, такая капсула, он поймет. Потому что сам он такую вещь не купит, а как подарок будет идеально. Так вот, мне нравится очень продукт компании Energy. Во-первых, он продвинутый в плане технологического плана из-за того, что здесь индукционная катушка на 15 Вт, а не на 10, как на в аналоге от компании Leaf Pro. Здесь у нас индукционная катушка выше, и 15 Вт поддерживает почти все современные телефоны, смартфоны, которые, собственно, вы купили на протяжении двух последних лет. Ну вот смартфон чуть поменьше, конечно, у iPhone 11, но тем не менее заряжать будет быстрее, чем это будет делать 10-ваттная индукционная катушка. Вот, пока телефон заряжается, здесь вот есть специальная кнопочка. Хочу сразу отметить, что здесь у нас современный порт USB-C. И провод в комплекте был. Достаточно подключить к пауэрбанку, либо воткнуть в стандартную вилку от iPhone, либо другого какого-нибудь гаджета, и будет все работать. Здесь есть кнопочка. Вот. Одну минуту — это быстрая.
обеззараживания. 5 минут максимальное. Как раз это делают вот эти вот диоды. Можно положить и AirPods, и ключи, и ручку, и все. Просто все положили, всем вы пользуетесь регулярно. Закрыли, нажали, и вот пошло обеззараживание. Горит, видите, синеньким. Вот я даже вам покажу, сейчас достану. Вон она. Хоп, она когда достаешь, гаснет. У LiftPro ультрафиолетовые диоды расположены справа и слева на корпусе. А здесь они полностью охватывают всю часть крышки. Вот, не знаю, насколько это эффективно, да, когда вся крышка заполнена диодами, либо же слева и справа. Но, как ни крути, компания заявляет о максимальной эффективности за счет ультрафиолетового облучения. Она вот выключилась у меня, полностью погасла. И все, все обеззаражено. Спокойно можно пользоваться вещами. Мало кто будет ручку обрабатывать спиртом или ключи. Положили ручку, ключи и забыли. Все. А еще у вас есть портмоне, паспорт и другие документы, и даже деньги, кстати. Вот деньги. Опять же, тот человек, который со мной говорил, что ковидом заболел. Я говорю, ты деньги, чем расплачиваешься? Бесконтактной оплатой? Да у меня на карте денег мало было. Он наличку давал. Опять же, машину садился в перчатках, руками он и деньги пересчитывал, руль хватал. В общем, если правила простые не знаешь, заразишься. Если все правила знаешь и соблюдаешь их, я же не заболел, мои сотрудники не заболели, это уже о многом говорит, хотя у матери вчера соседку похоронили, от ковида умерла. Ну что могу сказать в заключение, хотите скидку на этот товар? Она есть в описании. К этому видео присутствует скидочка, которая, собственно, промокод введете в корзине, получите скидку. Мелочь, а приятно. Санитайзер не такая уж плохая вещь, как вы думаете. Она полезна, их раскупали, их раскупают, и люди их покупают для того, чтобы одновременно заряжать свой телефон и обеззараживать вещи. На рабочее место поставили, закинули, да. От греха подальше. Кнопочку нажали, пусть лучше будет обработано, чем не обработано. Возможно, в следующий раз пронесет. Пока.